41-м, когда началась война, у меня уже был третий разряд токаря. Да, мы эвакуировались в город Тюмень. Я пошел работать на завод «Механик». Там выпускали 82-миллиметровые минометы. Я там работал в токарном условии, работы были очень тяжелые, потому что все станки почти под открытым небом были. Морозы жуткие были. А мой отец пошел с первых дней пошел в армию и пошел воевать с немцами. И я был молодой и думал, нет, я лучше бы пошел бы в армию, чтобы встретиться с моим отцом. И я пошел на обман. Я пришел в военкомат, мне еще не было 17 лет. Я пришел в военкомат и сказал о том, что при эвакуации нас бомбили, и я потерял документы. Хотя у меня была бронь на заводе, я мог не идти в армию. Но почему-то мне захотелось пойти в армию. И я в военкомате... Значит, словесно мне взяли все данные, что я, значит, из Киева, с Украины. И я себе прибавил там где-то 5 месяцев, у меня не хватало до 17 лет. И меня зачислили в первое пехотное училище в городе Тюмень. Я там в этом училище был всего где-то 3 или 4 месяца. И я попал в 487-й артиллерийский полк, который был предан 2-му кавалерийскому корпусу. И я в этом корпусе от начала до конца войны, считайте, почти от Москвы до Берлина, я все время был в этом корпусе в составе 487-го артиллерийского полка, пулеметчик ДШК.